Быть готовыми остаться без водоснабжения в зимнее время. 9 ноября город Буй проверял готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в условиях чрезвычайной ситуации. В учениях были задействованы специалисты управляющих компаний «Наш дом» и РЭК, ООО «Престижстрой», предприятие «Тепловодоканал», единой дежурно-диспетчерской службы, муниципального предприятия «Дорожник» и ПСЧ-53 отдела образования. В 10 часов утра на пульт диспетчерской службы поступило сообщение об аварии на магистральном водопроводе между вторым и третьим подъемом. Незамедлительно руководство предприятия «Тепловодоканал» принимает решение о ликвидации аварии и ограничении подачи водоснабжения потребителям путем перекрытия стояков горячего водоснабжения в жилом секторе. Подвоз технической и питьевой воды осуществлялся силами ПСЧ-53, предприятия «Дорожник», а также индивидуальным предпринимателем «Часовских». Подобные учения были проведены в городе впервые и прошли достаточно успешно. В течение отведенного часа все 55 объектов, а это многоквартирные дома и учреждения образования, справились с поставленной задачей. Внеплановое учение по вопросу подготовки города Буя к работе в зимних условиях, в частности, системы отопления. Цель данного учения была проверить, если, не дай бог, у нас произойдет авария на магистральном водопроводе, и город в зимних условиях может остаться без тепла, и наша задача проверить, как управляющие компании, как представители ТСЖ, организации, садиков, школ, учебных заведений смогут быстро, экстренно, ну, мы дали задачу им в течение часа перекрыть горячую воду на их объектах, для того, чтобы впоследствии котельная уже могла работать на запасе воды и поддерживать температуру в домах, ну, больше в оптимальном ракурсе. Вот. Поэтому сегодня мы проводим данное учение. Учение началось с водной, которая поступила у нас от диспетчера аварийной службы 06, это тепловодоканал, который сообщил, что порыв водопровода и необходимо перекрыть горячее водоснабжение в домах. Соответственно, диспетчер ИДС сообщает руководителям управляющих компаний, и те уже, соответственно, со своими бригадами выезжают на свои объекты и начинают перекрытие горячей воды. Что мы сегодня видели? Кто-то приезжает быстрее, кто-то приезжает позже. У них, у управляющих компаний, существует свой график, по графику они работают. Но наша задача добиться для того, чтобы, это первое такое у нас учение, тренировка в таком ракурсе, добиться для того, чтобы управляющие компании знали, как действовать, куда что перекрывать, чтобы в реальных условиях, когда необходимо уже надо перекрыть стояки горячего водоснабжения, то они действовали грамотно и быстро. Не тушевались, не дергались, а реально бежали в том или ином направлении. Сегодняшняя задача наша – это научить. Сегодня работают у нас три бригады администрации, которые проверяют правильность и реальность закрытия. Не только на бумаге, а реально управляющая компания и их рабочие должны прийти и сымитировать перекрытие задвижки. А не так, чтобы на бумаге читали, что все, два дома пробыли, остальные нету. Нет. Данный сигнал поступает у нас в ИДДС. По времени закрытия диспетчер ИДДС ведет уже учет. И уже потом мы видим, где наши слабые стороны, где наши сильные стороны. И уже делаем дальнейшие замечания, исправления. Итоги учений подводили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города. Выявленные недочеты будут устранены в ходе повторных учений на объектах ЖКХ. Центральным же вопросом заседания комиссии стала безопасность населения при обращении с бытовым газом. Ежегодно взрывы газа приводят к человеческим жертвам. Это происходит от неосторожного, халатного обращения с газовым оборудованием. Еще один фактор – несвоевременная его проверка и неправильная эксплуатация. Примером стало недавнее событие в городе Иваново, где при взрыве газа в доме 6 человек погибло, 4 человека были госпитализированы, 3 жильцам, получившим травмы, потребовалась медицинская помощь. Взрыв произошел в третьем подъезде на первом этаже. Здесь жил мужчина, который вел асоциальный образ жизни. Именно в его квартире произошел взрыв газа. Буйская ремонтно-эксплуатационная служба «Газпром газораспределение Кострома» доложила о проведении проверок квартир в городе Буй и Буйском районе. Из-за большого процента непопаданий в квартиру, это около 500 абонентов, встал вопрос об организации доступа в квартиры в более удобное для граждан время. На особый контроль взяты лица, ведущие асоциальный образ жизни. К ним работники газовой службы будут приходить совместно с сотрудниками полиции и городской администрации. К вопросу было решено подключить управляющие компании, которые должны провести работу со старшими по домам, а также распространить по домам памятки по пользованию газом в быту. Администрация города просит жителей проявить бдительность и сообщать в управляющую компанию «Наш дом» о всех потенциальных нарушителях условий эксплуатации газового оборудования по телефону 4-27-73 с 8 до 17 часов или 06 круглосуточно. Анонимность гарантируется. Уважаемые жители города Буя, я хочу к вам обратиться с таким, так сказать, вопросом. Каждый год у нас в стране происходят чрезвычайные ситуации, связанные с газом. От небрежного, халатного отношения
обращения с газовым оборудованием происходит чрезвычайная ситуация, гибнут люди. Вот и сейчас у нас буквально недавно, 6 числа, произошло обрушение дома, многоквартирного дома в городе Иванове. И причина обрушения – неосторожное обращение с газом в бытовых условиях. Причина простая. Люди не понимают той ответственности, которая лежит перед ними, не понимают тех последствий, которые могут привести неосторожное обращение с огнем. И вот несчастный случай произошел в Иванове. Погибло 6 человек, из них одна девочка. Вот. Кроме того, ряд человек получили повреждения. Поэтому я хочу сегодня к вам обратиться и напомнить вам не основные требования к эксплуатации газового оборудования, которые вы должны знать, от которых зависит судьба не только вас, но и людей, которые находятся, живут, проживают рядом с вами. Самое главное, что ответственность за безопасность пользования бытовыми газовыми приборами лежит на квартиросъемщиках, на жильцах. Поэтому мы должны понимать, что вся ответственность лежит на вас. Вы должны знать, что при всех чрезвычайных ситуациях, связанных с газом, то есть утечка газа, неисправность газового оборудования, вы должны обращаться по телефону, в газовую службу по телефону 04. Газовая служба приедет к вам, проверит исправность оборудования, устранит недостатки. Только после того мы можем эксплуатировать данное газовое оборудование. Вы должны знать, что допускать в квартиру работника газовой службы, и обязан допускать в квартиру работника газовой службы, согласно постановлению правительства номер 307, только при предъявлении им удостоверения личности. Вы должны следить тем, чтобы газовый шланг был в исправном состоянии и то имел сертифицированную модификацию. Особенно обращаю внимание на то, что порой родители допускают к использованию и к эксплуатации газового оборудования детей. Дети не обучены, не знают, порой не понимают, что это, а это может привести к человеческим жертвам. Кроме того, вы должны знать, что пользоваться неисправными газовыми плитами запрещено, что применение открытого огня для обнаружения утечки газа тоже запрещено. При обнаружении этого газа, вы должны знать, если у вас увидите утечку газа, вы должны выйти в открытое, перекрыть газ, не допускать разведения открытого огня и провести эвакуацию, открыть окна и провести эвакуацию жителей квартиры на безопасное состояние. Работники газовой службы, еще раз говорю, приедут, проверят, определят и устранят данный недостаток. Еще раз скажу, хочу обратиться к жителям города Буя. Все зависит от них, от их грамотности, от их ответственного отношения к эксплуатации газового оборудования. Хочу понять, еще раз сказать, что только от нас с вами зависит безопасность, нас и остальных жителей города Буя. Обращаю вас на это внимание.